рельс. Одноразовые рельсы. А что он делает? По нему движется поезд. А можешь продемонстрировать, как он будет двигаться? Поезд. Но если еще поставить внизу столбы, то поезд может ехать и сверху, и снизу. Меня зовут Максим, мне 11 лет. Я сделал проект на тему общественный транспорт будущего, а именно автобус будущего. Я задумывал, как электрический транспорт и беспилотный. Здесь опускается поддон, чтобы заезжали инвалиды, ну, на колясках, или просто люди с колясками, там, женщина. И вот просто дверь. Сейчас я это закрою и продемонстрирую главную функцию. Это управление, радиоуправление. То есть вот поворачиваются колеса, и он ездит. Вот. Здесь еще в салоне есть сиденье. Вот. Ну. И вот тут еще. Сейчас. И вот тут здесь сиденье. Я их, в общем, количество не считал, но 9 штук, да, вот. 9 штук сидений. Здесь такая вот просто площадка, чтобы там в коляске стоять. Ну вот, в принципе. Мне 9 лет. Сегодня я хочу представить своего робота. Его зовут Ликвидатор. Он работник химической лаборатории, которая использует в работе вредные для человека химические вещества. Ведь роботы могут работать практически в любых условиях. Шум, загрязнение, опасные выбросы и так далее. Ликвидатор работает в химической лаборатории двумя мощными руками, которые способны поднять любые тяжести и перевести и доставить их туда, где человеку находиться опасно. Мне 8 лет. Я создал машину для украшения печенья. Давайте я вам продемонстрирую, как она работает. Я запрограммировал на 3 вида украшения печенья. Ангел, звездочка, снежинка. Например, выбираем ангела. Машина начала украшать печенье. А здесь лежит печенье. Как вы видите, моторы работают. А это колесо выдавливает крем. Эта машина не смогла бы украшать печенье без двух моторов больших и одного среднего мотора. Вот этот один большой мотор, он выдавливает крем. Вращает вот эти колесики, и колесики выдавливают крем на печенье. А средний мотор крутит платформу, где должно лежать печенье.
8 лет. Сегодня я покажу, какую модель я собрала. Это дом на колесах. Он имеет подвижную лестницу, флажки для встречи пассажиров и сигнализацию. Это стол для еды. Это зона отдыха. Здесь вот люди могут подняться, пассажиры, и отдыхать. И еще он имеет откидную крышу, которая застеклена. Она откидывается, когда день, и закрывается, когда ночь. Она прозрачная, чтобы можно было наблюдать за звездами. То есть она может использоваться в армии в мирных и в боевых целях. То есть в мирных, если, это, например, если где-то в горах выкладывать туннели надо и подрывать их. Ну, бывает же так. Ну, или дороги. А в военных целях, чтобы обстрелять ракетами. То есть механизм катапульта используется. Еще тут есть привод, то есть на передних колесах, а задние гусеницы, это чтобы если машина не в грязи не застряла, то бывает же такое. Меня зовут Хадыев Руслан, я сделала робота-исследователя, который будет исследовать в разных пещерах, ну, где человеку будет опасно. Он может проезжать склоны. Тут у него специальный хвост есть для этого. Также он может помогать, если случилась чрезвычайная ситуация, если там здание обрушилось, и оно может развалиться, он может туда заехать и на управление там, и камеру поставить, и будет искать людей или животных.